30 января. Селезень полным ходом начинает топтать уток. Что-то бедолага работает, работает и никак не справится. Уже и вдоль этой утки, и поперек, и все что-то, все способы Камасутры решил попробовать. Блин, и спереди, и сзади, и непонятно что. Никак не пристроится. Ну, самое главное, еще и норовит и попить воды. Все, все удалось, все прекрасно. Все, уточка довольна. И селезень балдеет. Все удалось, все прекрасно. Все, можно похлопать крылышками. А, так как хорошо все получилось. А остальные только головами кивают. О, начинается их песня. Ну, хор Пятницкого отдыхает. Утки, петухи помогают. В этом году, как ни странно, с декабря месяца уже утки начали гулять и нести яйца. Естественно, пока все яйцо уходит на омлет, потому что рановато еще залаживать цыплят. Чуть попозже.